Да, потому что фильм на самом деле с Жаровым, это, конечно, любимый фильм юности и так далее и тому подобное. Но насколько не приближались к пониманию, не отдалялись, потому что Жаров это такая звезда, к которой нельзя ни приблизиться, ни удалиться. Жаров это Жаров, и все остальные это актеры. Там звезды, да. Это мы не пытались этого делать, потому что я пыталась разгадать, о чем это. Не мог гений, человек, который написал «Чайку», который поднял фантастические проблемы о человеке, написать какую-то легкую комедийку, водевильку. Вы понимаете, да? Вот, и поэтому я думала, что там что-то зарыто.